Дорогие друзья, добрый день. Сегодня у нас с вами финальная лекция курса «Современные тенденции в развитии индустрии туризма и гостеприимства». Я надеюсь, что вы с пользой провели у нас время и не только получили новые знания, но и завели интересные профессиональные знакомства, потому что ГИМО – это не только лекции, не только семинары, но и замечательное комьюнити, сообщество, связи, которые с вами останутся надолго. Сегодня у нас в гостях почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Павлович Шпилько, человек, который формировал рамку российского понимания рынка туризма и его феномена. Лекция будет как бы подводить черту под всем нашим курсом, под всем тем, что вы услышали. И будет идти речь о разных видах туризма. В конце вы также посмотрите небольшой фильм. После лекции состоится торжественное вручение удостоверений о повышении квалификации ГИМО, поэтому просто не расходиться по возможности. И еще один технический маленький момент. Я вам сейчас пущу по рядам лист с фамилиями. Вы, пожалуйста, отметьте себя, чтобы я ваше удостоверение выбрала, чтобы потом удобнее было выдавать. Ну и передаю слово Сергею Павловичу. Да. Коллеги, слушайте, у нас такая непростая ситуация, потому что вообще-то эта история, она рассчитана часа на три, да? А у нас их там получается меньше полутора, час фактически. Вот. Ну, почему? Потому что, в общем, эту историю с видами туризма я обычно обсуждаю со слушателями сугубо в диалоговом режиме. Это не монолог. Но сейчас вот мы скованы временем, и плюс я хотел бы, если кто-то бывал на моих лекциях или читал работы, я должен сразу извиниться, может быть, хотя лекция делалась именно для сегодняшнего дня, но, может быть, какие-то повторы возникнут, потому что первый раз я статью о теории и практике классификации видов туризма опубликовал в 2008 году. А можно второй? Да, ну, собственно, меня представили здесь, все с этим понятно. Да, значит... поэтому, но тем не менее, совсем мы от диалогового режима не откажемся, поэтому вопрос первый. Как вы думаете, поездки на дачу с ночевкой – это туризм? И существует дачный туризм или нет? Сейчас, да, быстро, быстро, быстро отвечаем. Сейчас развивается тема очень серьезная. Дачный туризм. То есть, не знаете? Свою дачу, то нет. А если... Интересная версия. Окей. Значит, как правило, туризм. Значит, кто читал вот эту книжку «Международные рекомендации по статистике туризма»? Статистическая комиссия ООН, последний выпуск, 2008 год. Значит, кто не читал, но занимается туризмом, должны знать, что у туризма есть своя Библия, современной теории и практики туризма. Вот она перед вами. В том числе она издана на хорошем русском языке, хотя в МГИМО это, я думаю, значения не имеет. Значит, я вообще-то в МГИМО уже отправлял один раз это, я перешлю еще раз и очень всем рекомендую. Потому что если вы хотите понять, да, сейчас многое изменилось, нужно еще почитать директивы Европарламента по этому поводу 2015 года о парушальных турах 2020-го. То есть понятно, что время не стоит. Но с фундаментальной точки зрения ничего более глубокого и полного для понимания, что такое туризм, его экономическая природа, закономерности развития, статистики туризма и так далее, практически не существует. И наш 132 ФЗ об основах туристской деятельности писал на основе этих рекомендаций, но просто более ранней их редакции. Значит, не будем тратить вот время на дискуссию о том, что является туризмом, а что не является. В случае с дачным туризмом, значит, здесь мы, что мы можем сказать? Да, как правило, это туризм. Не туризм это в двух случаях. Если человек на даче не ночует, и если у него там нет подсобного хозяйства, которое формирует большую часть его семейных или личных доходов. Да, если, так сказать, это в первую очередь место так, отдыха и так далее, потому что во втором случае это трудовая миграция. Значит, да, но не будем тратить время вот на эти теоретические изыски. Давайте вспомним определение понятия
из 132-го года. Я думаю, что всем оно знакомо, всем понятно. Ну, в нем уже в самом, значит, содержатся серьезные противоречия, поскольку они как бы, это определение, оно, хотя оно по сути правильное, сейчас вот мы вчера как раз, у нас была большая дискуссия в рамках подготовки нового поправок 132 ФЗ по поводу этого определения. Проблема здесь заключается в том, что это определение туризма как вида социальной деятельности, а все-таки туризм, он существует в разных ипостасиях, и вот мы сейчас к этому коснемся. И в одном определении дать понятие, вот вчера мы как раз его искали, возможно, нашли, довольно сложно. Потому что, как, если мы говорим об этих ипостасях туризма, то нужно понимать, что в первую очередь туризм – это что такое? Это средство коммуникации туриста с туристскими ресурсами. Да, это означает, что человек, когда он едет в турпоездку, он, конечно, занимается туристской деятельностью, но едет он заниматься не туризмом, а он едет заниматься каким-то другим видом деятельности. И вот этот вид деятельности, он связан с использованием различных туристских ресурсов, там от вулканов до теннисного мячика и так далее. И а сам туризм по себе, он как транспорт, как средство связи, это прежде всего средство коммуникации. Вот это фундаментальное должно быть понимание, что туризм, вот все говорят, что это такое? Там, туризм – это средство коммуникации. А поскольку коммуникация является вообще-то основой развития человеческой цивилизации, уж тем более значит, урбанизации, то туризм гораздо важнее, чем это представляется, так сказать, ну, в плане его самоценного развития, без развития туризма, когда ну, там, с мэром говоришь, допустим, я не имею в виду московский в курсе, вот, а там что, они говорят, ну зачем развивать? Не надо, не развивайте. Ну, тогда вы не сможете развивать ни здравоохранение, ни образование, ни спорт, ни так далее, потому что вы не сможете участвовать в, значит, для всего этого нужна развитая индустрия гостеприимства. Второе, значит, это миграция. Да, но это миграция с туристскими целями. То есть, по-другому, если сказать по-другому, то это миграция минус трудовая. А какая еще? Минус, это миграция минус трудовая миграция, а какая еще? А? Не, ну это мы говорим о туризме. Туризм – это миграция в целом, минус трудовая миграция, минус какая еще? Вынужденная. Беженцы, не туристы. И нелегальная. Остальное – это нюансы. Дипломаты, воинские контингенты, ну там как бы есть мелочевка своя, сами знаете. Третье – это канал внешней торговли товарами и услугами. Все считают, что, как правило, ну, считают, говорят об услугах, ничего подобного. Это четвертая форма экспорта. И это все, о чем мы сейчас говорим, это не теория. Это имеет огромное практическое значение. Когда ты в Питере слушаешь, да на кой нам эти челноки, там, эти финны, которые к нам приезжают, напиваются и так далее. Это говорят люди, которые вообще ничего не понимают в туризме. Просто ни разу. Потому что ничего выгоднее, чем финн, который приехал, у вас здесь купил, или поляк, который у вас приехал, закупил товары и вывез, или он там у вас там погулял на определенную сумму, это очень выгодный вид туризма. Суфенхэп, смотрите вон в коммуникатор, посмотрите, как выглядит курорт. Он построен на челночные деньги китайцами, на наши челночные деньги. И, между прочим, Домодедово тоже. Значит, социальная деятельность, связанная с осуществлением поездок, ну, это понятно, да, которая относится вот к категории туризма. И, наконец, это индустрия. Она объединяет самые разные предприятия, объединяет, есть и специализированные, которые работают только ну, на 90%, может, или на 100% на туризм. Есть те, которые обеспечивают их, в свою очередь, товарами и услугами, то есть обеспечивают производственное потребление в сфере туризма, что мы теперь тоже постараемся отразить вот в понятийном аппарате первой статьи закона о туризме. Теперь, значит, что касается, значит, когда мы уже начнем говорить про виды туризма. Но дело в том, что все, что мы сейчас говорили, это тоже и про виды туризма. Значит, туризм, соотношение понятий туризм и вид туризма заключается в том, что значит, давайте мы исходим из одного из этих определений, наиболее понятного, что туризм – это определенный вид поездок. Да? И в определении 132 ФЗ мы знаем, что не в самом определении, там два основания, а в определении понятия туризм, там три критерия выделения туризма, значит, разграничения туризма от нетуризма. Значит, это поездки на срок от 24 часов до полугода –
или с ночевкой, да, с одной, на самом деле во всем мире до года, ну, в большинстве стран. Второе ограничение без, занятия деятельностью, оплачиваемой от местных источников. Это тоже такой повод такой для большой, как бы сейчас, дискуссии, о каких доходах идет речь. Вот. И, значит, с определенными целями. Там список открытый, но понятно, что там к ним не относятся вышеозначенные там преступления или заработок, или зарабатывание денег. И, значит, если мы хотим выделить, чем отличается от этого определения и этого понимания туризма как вида социальной деятельности, тем, что вид туризма выделяется по еще одному критерию. То есть это туризм, вот эти три определения понятия туризм, плюс еще один признак. Он может касаться чего угодно, на самом деле. Это и он может касаться цели поездки, продолжительности, географии, способа передвижения, социальный состав, хоть с пляской, хоть с молитвой. Но этот признак должен существовать. Да? То есть, если это туризм плюс передвижение на автобусе, это автобусный тур, значит, это автобусный туризм. Там, круизном судне, круиза и так далее. Это пока все понятно, все ясно. Да? Вот. Значит, теперь давайте, нам надо понять, а как вообще, как появляются виды туризма? Ведь на практике, опять же, мы все время говорим о том, то есть может сложиться представление, что я уже пытался это опровергнуть, что мы сейчас занимаемся теорией, ничего подобного. Вот все то, о чем мы обсуждаем, имеет очень большое практическое значение. Значит, ну, хотя бы потому, что когда человек едет в турпоездку, он, конечно, едет, но он занимается туризмом. Но на практике нельзя заниматься туризмом вообще. Он всегда занимается каким-то конкретным видом. Ну и дальше возникает масса вопросов. Да? А что развивать, что не развивать на территории? Какой вид туризма приоритетный? А что нужно сделать, чтобы этот вид туризма развивался? Потому что у каждого свои законы. Мы сейчас к этому еще придем. И на практике можно сказать, что вот для того, чтобы появился вид туризма, нужны вот такие вот объективные предпосылки, он должен стать массовым, у него должна возникнуть большая материальная база, с ним должна быть связана судьба множества там профессионалов, ничего подобного. Потому что для того, чтобы появился вид туризма в нашем с вами массовом сознании, а он существует в первую очередь в этом сознании, то есть он существует, конечно, как объективная реальность, но мы-то его воспринимаем сквозь своих представлений, через свои представления о туризме, то для этого нужно, чтобы произошли следующие... Прошу прощения, все-таки я вот как-то все неуклюже это делаю. Я немножко перепрыгнул вперед. Поэтому так получилось, я извиняюсь. Хорошо, я сейчас попробую пролистать. Вот, что должно произойти. Значит, во-первых, этот вид путешествий, этот вид поездок должен существовать. Так? Второе, он в массовом сознании должен восприниматься как поездки туристские. Да? Третье, у этой группы поездок должно быть некое название, которое... известно, да? И, наконец, вот это название, оно должно быть на слуху. Сейчас мы немножко вернемся, поскольку я торопился и проскочил. Значит, смотрите, а когда мы говорим плюс один критерий, какой критерий? Вот перечислены не все, но некоторые из них. Например, цели поездки. Понятно, что они культурно-познавательные, лечебные, оздоровительные. То есть чем мы там будем заниматься. Территориально-административные границы. Въездной, выездной, внутренний, национальный и так далее. Приграничный. Характер используемых природных ресурсов. Водный, горный, пляжный. Тип поселений. Сельский, городской, сельский. Вид хозяйственной деятельности. Аграрный, индустриальный, промысловый и так далее. Демографические признаки. Детский, семейный, третьих лиц среднего возраста. Элитарный, массовый, групповой, индивидуальный, организованный, самодеятельный, пеший, конный, автобусный по видам, по способам передвижения, коммерческий, социальный. Вот этот список можно продолжить.
Да, там можно выделить по разным признакам, можно визовый, безвизовый, например, там сезонный, круглогодичный. И вот эту вот шарманку можно крутить еще долго. Вот. Нам, значит, этого не надо, но нам надо понимать, а что так вот это появляется? Почему одни группы путешествий выделяются вот в вид туризма, а другие нет? Вот дело в том, что вот почему, например, существует туризм там детский, молодежный, семейный, лиц третьего возраста, а нету туризма лиц среднего возраста? Таких обычных, трудоспособных людей среднего. Вот как вы думаете, почему? Ну, почти правильно. Потому что эти виды туризма, они отпочковались от этого. То есть, потому что в массовом сознании понятие лиц обычного туризма, то есть туризма обычного человека, оно сливается с понятием туризм. А остальные, вот, когда речь идет о других группах, там тогда оно выделяется. Да? Вот. Или не так ли, вот, например, произошло по тому же демографическому признаку, что у нас есть, например, семейный туризм, есть свадебный туризм, да? Но нет туризма одиноких людей. Хотя спрос на этот вид туризма есть, и есть программы специальные для одиноких, например, круизы для одиноких. В одних случаях они связаны с удовлетворением потребностей в уединении, в других случаях, наоборот, в знакомствах. Вот. И почему есть, например, понятие горного, водного, пляжного туризма, но нет, например, наземного и воздушного? Потому что мир туризма слишком разнообразен. И почему они вот существуют? Существуют, да, но в то же время эти понятия, они на самом деле существуют. Но они существуют не у нас с вами и не в массовом сознании. А они существуют в сознании профессионалов, которые занимаются конкретным видом туризма. Потому что, ну, например, в экстремальном туризме воздушный туризм никого не удивляет, да? Туда входит там такие, как вот, ну, парашютный спорт, там, классика, купольная акробатика, там, купольная акробатика, фристайл, значит, кайтсерфинг, входит туда бейджампинг, вот то, что вы сейчас видите, да, полеты на малых самолетах и вертолетах, дельтапланеризм, парапланеризм, полеты на воздушных шарах и другое, да, и поэтому там никого вот этим понятием воздушный туризм не удивишь. Вот, у каждого туризма есть, мы об этом еще будем говорить, это свой мир. Вот это точно нужно понять. Каждый вид туризма – это свой мир. Там существует своя культура, своя экономика, свой социум, свой сленг. И вы можете, там менеджер большой компании массовика, он понятия не имеет про вот эти вот нюансы, допустим, в каком-то там, том виде туризма, с которым он непосредственно не связан. Его что интересует? Его интересует заказной тур или паушальный, или пэкедж-тур, там чартерная перевозка или значит, индивидуальная, что там, гостиница какого класса и так далее. А что это за вид туризма? Да, вот. Но если вы не владеете терминологией того или иного вида туризма, то заниматься им не надо. Потому что в самой этой среде вы будете восприниматься как чужой. То есть не будет, вы сказали, вы, если вы не владеете определенными терминами, определенным сленгом, то это сразу для профессионала будет означать, мем будет включаться лампочка чужой. Да? И наоборот, вы употребили хотя бы... То есть так никто не скажет. Разве есть такой пешеходный туризм, да? Ну, нет же, да? А для, скажем, походников, профессионалов, это совершенно понятный термин, который можно спокойно использовать в рекламе, потому что клиенту сразу понятно, что речь идет о маршруте, который включает в себя, значит, пешую и составляющую, и сплав. Значит, так вот, возвращаясь к тому слайду, который мы, значит, до этого видели. То есть, как я уже сказал, вот эти условия, они абсолютно необходимы, чтобы в массовом сознании возникло само понятие туризм. Другие не обязательно. Вот возьмем, допустим, космический туризм. Вот вас спроси,
Какой новый вид туризма, вы знаете. Я просто экономлю время. Наверняка почти первым сказали бы космический туризм. Да? А, значит, много у него, много клиентов у этого вида туризма. Раз-два я обчелся. Предложения тоже там, пока что там кот наплакал. Да? Но все в мире уже знают, что такой вид туризма существует. Потому что он задел за живое массовое сознание, так прикольно, так интересно. И надо сказать, что это справедливо. Вот в чем вопрос. Потому что выход туризма в новую природную среду – это, конечно, событие. И вполне оно заслуживает того, чтобы его назвали видом туризма. А, кстати, вот как вы думаете, в какой среде нам стоит ожидать природный очередной такой серьезный прорыв в развитии туризма и появление нового вида туризма? Он на самом деле не новый, но в сильно новом качестве. Извините, я не расслышал. И чего я здесь делаю? Вот, значит, конечно, это подводный туризм. Конечно, под водой туристы уже давно освоились во множестве разных дисциплин. Да, но не на таких глубинах и не с таким экстремом. Я бы по-другому сказал. Освоились без ночевки. Вот, потому что даже на подлодках, мы знаем сами, там они широко используются в экскурсионных целях. Но вот уйти как Наутилус. Но поскольку сейчас уже продаются частные очень неплохие подводные лодки, то вы понимаете, что там расстояние, дистанция до того, чтобы сделать нормальную туристскую подлодку, которая могла вполне себе там заходить в порты, но путешествовать, так сказать, на большие расстояния, большого долго ждать, поверьте, не придется. Это Фалькон итальянский, но есть и другие сейчас версии. И хотя есть, конечно, целые индустрии, например, дайвинг-туризма. И вот я не случайно сейчас, другие самые разные виды, значит, связанные с подводным туризмом. Вот. Но вот не случайно я опять же употребил сейчас слово индустрия, потому что каждый вид туризма – это своя индустрия. Да? Большинство из них, или очень многие из них имеют свои специфические средства размещения. Я думаю, для вас это очевидно, не будем там перечислять всякие дома рыбака, охотника и прочее. Вот. Очень у многих есть свои специфические транспортные средства. Везде есть свои профессиональные кадры, такие как, допустим, инструкторы-проводники, гиды там и так далее, и горные гиды и так далее. И, как я не говорю, не буду повторяться, везде есть своя культура, своя история, свой фольклор. Можете рассказать какой-нибудь анекдот из мира вида туризма? Я могу сказать. Мочите. Человек попадает в аварию, и, естественно, прострация, стол хирургический. Ну, пока там над ним кормят, он попадает в чистилище, там он говорит, слушай, ну, пока бы там бы тебя хотят вернуть в жизни, ты можешь прогуляться, вот здесь ад, здесь рай. Ну, заходит в ад, там невозможно, выбегает, нет, давайте, говорит, в рай. Он заходит в рай, а там, значит, яхты, дискотеки, ну, в общем, Ибица, короче говоря. Он там неделю балдеет, его возвращает в жизнь, ну, когда слышишь, там, говорит, врачи говорят, придумали свою жизнь, давай возвращайся, но теперь имей в виду, что вот если ты хорошо жить проживешь, то пойдешь в рай. Все, он возвращается к жизни, проходит какое-то время, приходит его час, он попадает опять в это же место, да, и он говорит, ну что, ты жил достойно, молодец, заходи, в рай, он заходит, а там фабрики, значит, все вот эти вот дела, то, что у нас здесь есть. Я говорю, слушайте, я говорю, здесь 20 лет назад был, здесь был все по-другому. А ты, говорит, не путай, говорю, туризм с постоянным местом жительства. Ну, в туризме у этого анекдота есть другая версия. Не путайте туризм со familiarization trip, со знакомительным туром. Вот. Давайте я тоже что-нибудь вам расскажу. Да? Очередной скандал в Куршавеле. На этот раз особое возмущение зеленых и французских кинологов
вызвало исполнение на Новый год новыми русскими хоровой песни, хором русской национальной песни «Калинка» под аккомпанемент гармошки, в качестве которой был использован шарпейн владельца ресторана. Интересно, что сам хозяин ресторана не отказался от претензий по этому поводу, заявив, что его шарпей всегда к услугам дорогих русских туристов. Не знаю, насколько он политкорректен, надеюсь, что все люди с юмором. Вот это про индустрию, она очень разная. То есть есть индустрия, которую себе просто трудно представить. Ну, например, возьмем круизы морские. Да? В 19 веке морские круизы выделились из VIP-класса обычных трансатлантических перевозок. Потом это они стали, сначала это были палубами, потом они стали кораблями. Потом, после Второй мировой войны, по мере развития авиации, накрылось морское пассажирское сообщение. Это был раньше был важный вид пассажирского транспорта. Сейчас его почти не существует. Он остался в основном в виде отдельных паромных линий и каботажных перевозок пассажирских. Так? А морские круизы, наоборот, поднялись. Почему? Потому что Карнивал в 70-е годы начали, понял, что надо что-то делать. И надо как-то конвертировать этот туризм из элитарного в массовый. И он придумал конструкцию судна, которая позволяла отдыхать в морском круизе по деньгам четверки, а то и пятерки на берегу, но с еще большим комфортом, но с не меньшим комфортом и с посещением разных городов и стран. Но вот это и морские круизы победили. Морской пассажирский транспорт проиграл. А морские круизы заняли его место. И вот этот, вот, например, там «Симфония морей», он в 5 раз больше, чем «Титаник». Вы представляете себе, что такое вот современный? Вот это там, по-моему, 1,5 миллиарда у него там. Ну, очень дорогой. Но дело не в этом. А какая это индустрия? Что собой представляют себе итальянские, финские и другие верфи по строительству круизных судов? Они покупаются острова для того, чтобы там построить отдельный порт. Возникает там, такие суда далеко не в каждый порт. Морской фасад. Великая стройка в Санкт-Петербурге, который открылся, из-за чего разрешили 72 часа, иначе бы он не работал. Но это они же построили в Питере лучший транзитный пассажирский порт в Европе. Вот, то есть это гигантская индустрия. И если мы возьмем, допустим, какой-нибудь гольф-туризм, да, то вот гольф-туризма там в 30-х году, по-моему, сейчас прогнозируется оборот в 36 миллиардов туризма. Не в гольф-индустрии, а в индустрии гольф-туризма. И таких примеров, там та же горнолыжка, да, с ее там подъемниками, трассами, ратраками, горными отелями и прочее, прочее. Окей, а существуют не капиталоемкие виды туризма или нет? Ну, конечно, существует. Но самое известное – это бэкпекинг. Да, то есть это туризм, считается, в принципе, студенческим, в первую очередь, максимально бюджетным туризмом, широко распространен во всем мире. Если вы знаете, что и в туризме, а сейчас уже он и не только в туризме, используется широко так называемый бэкпекер индекс, который для сравнения условий, сравнения степени адаптивности городской агломерации, и не только, не обязательно городской, к приему самостоятельных туристов и, так сказать, самостоятельных бюджетных туристов. Другое дело, что с точки зрения теории и практики устойчивого развития они, в общем-то, не очень кому-то нужны с точки зрения экономики. Но, тем не менее, это важно. А сейчас его вообще используют и в сравнении уже не туристских, а просто показателей уровня жизни. Но есть такая крайняя форма, я бы сказал, бэкпекинг, это хичхайкинг, это путешествие автостопом, да, которые возникли в Соединенных Штатах там, в 30-е годы, потом распространились по всему миру. И здесь, конечно, есть такие лихие ребята, которые вот сегодня сидят и говорят вечерком, потом забились, говорят, ну что, давайте, говорит, вот по там,
1000 рублей в кармане, кто первый будет в Мурманске или там в Магадане. Да? А есть такие, которые с 2-3 сотнями баксов в кармане уходят на полгода в Среднюю Азию или в Пакистан, или в Иран, например. Вот у всех видов туризма есть свои стейкхолдеры. Есть люди, которые являются, ну, я не хочу сказать иконой, это было бы перебор, но те, которые являются даже не просто профессионалами, а своего рода, может быть, моральными авторитетами того или иного вида туризма. Ну, например, если мы говорим о хичхайкинге, это Антон Кротов. Вот, был у нас один эпизод, когда пришлось их вытаскивать. Но это, ладно, давненько было. Вот, и, значит... Да, он писатель, путешественник, человек неординарный. Ну, такой непростой, конечно, человек, но неординарный. А вот политическая ошибка, то, что я сделал только один слайд, потому что надо было показать, ну, например, если мы говорим о приключенческом туризме, то это, скорее всего, Вадим Мамонтов, владелец GM Russian Discovery. Если мы говорим о морских круизах, это Виталий Савельев, который ставит на своем судне каждый год Антарктиду в регулярные круизные туры, а в другое время года ставят каждый год круизы на Северный полюс на атомном ледоколе 50 лет Победы. Раньше продавались только японцами, сейчас, естественно, наши тоже туда ходят. Значит, какие виды туризма являются самыми крупными и агрегируют все остальные? Подскажу, их три. Их три. Ну, это просто въездной, внутренний и выездной. Вот, потому что туда, вот в эти виды туризма ложатся как бы все остальные. Значит, ну, про внутренний понятно, он сейчас у нас на подъеме, и он всегда на подъеме во время кризиса, и сейчас не обязательно во время кризиса. Но сейчас в силу понятных, я думаю, обстоятельств, значит, действительно мы достигли в нем больших успехов, но... В чем принципиальная разница с экономической точки зрения внутреннего и въездного туризма? Внутренний дорожек. Внутренние рубли, въездной. Внутренние рубли, въездной валюты. Нет, иностранцы. Ну, мы не будем говорить о том, что там во втором случае, ну, хотя это важно, что в случае с въездным туризмом мы имеем дело с экспортом, а, значит, в случае с внутренним туризмом просто, ну, с внутренним производством и потреблением. Дело в другом. Дело в том, что когда мы развиваем внутренний туризм, то мы имеем дело с платежеспособным спросом со стороны 146,5 миллионов наших соотечественников, которые в большинстве своем являются людьми, скажем, не очень богатыми, и, значит, как половина из которых, по данным социологов, в отпуск вообще не уезжает. Когда мы имеем дело, когда мы развиваем въездной туризм, то мы имеем дело с деньгами всего мира. То есть горизонта у этого платежеспособного спроса нет. Он до пандемии рос там где-то в диапазоне 3-5%. Сейчас он на отскоке рынка растет очень динамично. И вот сколько вы произведете вот этого качественного конкурентоспособного рынка, продукта на мировом рынке, столько вы его и продадите. Он, ну, есть нюанс, он должен быть конкурентоспособен. Ну, а, скажем, с точки зрения потребительских рисков, то есть рисков нас с вами, или предпринимательских, если здесь есть коллеги, которые сами занимаются этим бизнесом, это про ваши риски. В чем отличие внутреннего от выездного? Ну да. Нет, там есть свои риски. Для любого, на самом деле. Агент может это подвести, там, я не знаю, изменилась ситуация. Попадает в оператор. Попадаешь как оператор. Конечно. Нюансы. Да, тут оператор всегда попадает. Почти всегда. Вот. Значит, риски несопоставимы. В сфере выездного туризма риски очень высокие. Если вы, здесь есть ветераны туристского рынка, давайте с вами вместе. Вот, вспомните, значит, все наши... Трансаэра, Иннотур, там, этот самый...
и все другие, там, и Ланту, и можно долго перечислять, дай бог всем здоровья, кто пережил, и в том числе тем со стороны бизнеса эти трагические, я бы сказал, или драматические истории. То есть все крупные потребительские конфликты были в сфере выездного туризма. В сфере внутреннего его их не было. В сфере въездного их, в принципе, быть не может, потому что у туроператора нет договора с туристом, и он страхуется иностранной компанией. Что? У нас, извините, в сфере внутреннего туризма он у нас не так давно и развился, а так субсидировалось государством, и все здравницы, они так очень... У нас внутренний туризм развивается аккуратно с 1717 года. Нет, аккуратно в том смысле, что вполне себе реально. Если вы построите у себя санаторий, вы выпускаете указ Петра I о приискании минеральных вод в России и так далее. Нет, въездной туризм, внутренний туризм развивается себе вполне давно, и масштабы, которые он достиг при советской власти, ну, как бы они пока нам даже близко как не снились. Ну, конечно, да, конечно, три кита. Если мы говорим о частном бизнесе, да, это началось в 80-х, второй половине 80-х. Значит, разница, почему вот это, в чем разница рисков колоссальных? Она происходит, значит, рискуют не только наши, любые туристы на сфере выездного рынка. Томас Кук, представляете, величайший человек в истории туризма, да, который действительно за свою жизнь, значит, создал... фактически современного великого туроператора. Я их знал очень хорошо, этих владельцев, их руководителей. Вот как можно было обанкротить такую компанию? Ну, это Томас Кук, да? Ну, это просто было, это катастрофа, это, конечно, великое преступление менеджмента, но ведь туристов военными судами вывозили там из разных стран мира, да? Почему? Потому что, во-первых, потому что происходит эскалация. Это вообще предмет отдельного тура, в смысле отдельной лекции совершенно. Очень важный, очень интересный, очень мало знакомый турбизнес. Потому что, во-первых, есть гипотеза, что эскалируют сами риски. На самом деле люди пока не могут определить. Это связано с тем, что более интенсивный обмен информацией происходит. Или действительно учащаются сами события, которые приводят к прекращению, ну, к остановке турпотоков. Мы в свое время сделали такую таблицу, я ее не захватил, но она показывает, что учащаются события. Например, если говорить о пандемиях, то есть мы будем вспоминать там свиной, птичий и прочий грипп, и увидим, что... Да, там сначала раз там, в 5 лет, потом там, или там, в 10, потом в 5, потом раз там, в 2-3 года, а потом, милости просим, ковид. Вот, поэтому во внутреннем туризме у нас каких-то крупных потребительских конфликтов, конечно, нет. Так, значит, и риски в сфере выездного туризма, они, конечно, связаны в нашем случае, в первую очередь, с приостановкой сообщения. Помните, допустим, там в 2015 году у нас А321, который над Синаем, да? И вот представьте себе, что вы туроператор, и у вас, ну, слава богу, в ноябре. Ну, а что значит в ноябре? Ноябрь, извините, не слава богу, это для туризма, для Египта. Египта 7, да, глубина продаж большая. И вот у вас, вы туроператор, вы вложились деньги в зимний сезон, и у вас обламывается Египет. А потом меньше, чем через месяц сбивают Су-24, и у вас М, кстати, значит, и у вас обламывается Турция. Да, зимняя, но, в общем-то, вполне себе у нее тоже своя глубина продаж есть и очень как бы неплохая. Поэтому это просто связано... А вы, как туроператор, вынуждены платить по долгам, хотя как бы решения, понятно, от вас совершенно не зависели. И, по идее, это должно расцениваться как форс-мажор и только по возврат по подтвержденным... Ну, значит, это очень сложный вопрос, который надо разруливать юридически и в плоскости работы турпомощи, и в плоскости там, этих других инструментов, которые сейчас создаются. Откуда берутся виды туризма? Значит, мы уже сказали об этом, но как, насколько они вообще-то давние? Здесь прозвучала точка зрения, что у нас внутренний туризм, ну, я понимаю, да, турбизнес, не туризм, начал развиваться как бы совсем недавно. Вот посмотрите еще одну любопытную таблицу. Первоначальные цели путешествий и современные виды туризма. Видите?
Ну, не будем все перечислять. Ну, первое там, допустим, да, понятно, там, путешествие за... ради проживания, ради пищи. Ну, не туризм, да. Охота, рыболовная ловля. Ну, охота сейчас больше туризм уже, чем не туризм. Рыболовная ловля пока больше промысловая, но не знаю, надолго ли. Покупка товаров для личного пользования и подарков. Шоп-туризм, да? Покупка товаров для перепродажи или продажи, да, это не туризм. Поиски работы не туризм, да? Предпринимательство, пожалуйста, деловой туризм, майс. Религия, ну, РПЦ спорила, что паломничество – это туризм, но религиозный туризм никто не отменял. Лечение, оздоровление, медицинский, лечебно-оздоровительный и так далее. То есть, многим из этих видов туризма на самом деле, на охоту мы возьмем, да? Ну, сколько им? Ну, тысяч лет, лет пять им тысяч, наверное, когда появилась охота с рекреационными целями. А? Ну, конечно, это вообще был, эти там источники грязевые, там первобытные люди шагали с громким криком «Угу-гу». Вот, поэтому здесь проводить какие-то четкие такие вот границы не стоит, но нужно понимать, что это такая, в большинстве случаев, если мы говорим об основных целях путешествия, это история очень давняя. В античные времена произошло разделение, выделение из этой индустрии, индустрии гостеприимства. Ну, а уже в 19 веке произошло выделение турбизнеса. Значит, как много... Да, и извините, что-то я не то делаю. Извините, да, напьются вечно. Прошу прощения. Значит, при этом появление новых видов туризма, оно часто связано с тем, что виды туризма... Да, вот и если мы посмотрим... Мы уже сказали о том, что если... Вот почему... вы никогда не найдете нигде исчерпывающий вид, список видов туризма. Вот как вы думаете, сколько, их вообще? Какой? Правильный ответ никто не знает. Это потому что, ну, в каждом отдельном варианте можно создать совершенно... Потому что каждый вид туризма, потому что классификация видов туризма и вообще мир туризма, как и большинство видов других видов социальной деятельности, конечно, явление нелинейное. Его невозможно его просто вот так вот разграничить. Вот. Это многомерная такая история. То есть это очень большой мир, в котором много маленьких миров. И эти маленькие миры, в свою очередь, еще тесно переплетаются с другими, с маленькими мирами из других миров, которые называются культура, спорт, там, здравоохранение и так далее, здоровье и так далее. И... Ну да, можно сказать и так. Да, это галактика, да, галактика, вы совершенно верны. И поэтому мы видим, как между собой еще они создают потом, у них как, знаете, как это происходит, как в живом мире, так сказать, они там, ну, как бы помягче сказать. Короче, они два таких вида туризма могут вполне создать, еще третий родить, да. Ну, например, да, вот, опять я начал. Значит, например, вот, да, чтобы понять, насколько их много, я просто приведу простой пример. В 1985 году я писал книжку про экономику спорта. У меня была такая история, что мне нужно было понять, откуда появляются виды спорта, куда они исчезают. И я, значит, тогда компьютеров не было, я пошел в Ленинку, неделю сидел, пытался составить этот список, сломался на том, что прочитал, что... Значит, в том году был проведен первый в мире чемпионат мира по метанию карликов. И я читал метанию карликов. Я прочитал эту статью, да, в американском журнале. Значит, там было сказано о том, что это командный вид спорта, что он не такой травматичный, потому что, как может показаться, потому что там маты, и карлики умеют, значит, группироваться хорошо, и он командный, потому что мало уметь метать карлика, надо, значит, он должен еще он должен уметь хорошо летать и так далее. И, значит, сейчас в двух штатах, насколько я знаю, он запрещен, вообще он, так сказать, развивается, но дело дошло до того, что мы видим вот, например, эту историю, кадры там, ну не эти, а из фильма Скорсезе, там, «Волк с Уолл-стрита» и так далее. На самом деле, если мы берем еще национальные виды спорта, то просто невозможно составить это ни тогда, ни сейчас. И то же самое с видами туризма. Тем более, что, как я сказал, они имеют такую манеру генерить создание других. Два вида туризма, пожалуйста, отдых,
бизнес-туризм, блэжа-туризм. Сейчас только ленивый, кто из бизнес-туризма, только ленивый им не занимается, и совершенно правильно, потому что эта штука чрезвычайно правильная, перспективная. Это очень славно, так сказать, оставить приехавшего бизнесмена еще там на 2-3 дня, и, так сказать, а если это какая-нибудь арабские шейхи, то можно потом и не работать. Вот. Ну, я, конечно, гиперболизирую эту историю. А если вот охоту организовали, то можно действительно не работать. Вот. В этом смысле мы, когда мы говорили о том целях поездки первоначальных и том, что происходит сейчас с видами туризма, то мы видим один такой глобальный тренд, который заключается в том, что отдельные виды социальной деятельности из сугубо профессиональной, трудовой, предпринимательской трансформируются все больше в виды деятельности рекреационной. Это, ну, можно, ну, вот на примере охоты я вам приводил. Это тоже такая очень интересная тенденция, связанная вообще с преобразованием образа жизни и качества жизни. Но это как бы тоже предмет отдельного разговора. И да, и вот этих видов туризма, как я уже сказал, их много, и они все время проявляются новые. Ну вот если вы откроете интернет, погуглите, вы там найдете, например, там такой вид. Вот назовите какие-нибудь новые виды туризма, ну, кроме космического. Ну, вы, конечно, не знаете такого вида туризма. Аграрный, вот сейчас... Ну, они не, ну, аграрный он уже не новый. Ну, да. Лизинг, который какой? Лизинг, который рекламируют. То есть, это, ну, отчасти это сельский туризм, но его сейчас позиционируют как новый. Ну, вот, неплохой пример. Ну, если вы погуглите, вы увидите, например, такой вид туризма, новый якобы вид туризма, как болотинг. Это путешествие по болотам, так на всякий случай, да? Да, легко найдете. Значит, там, или, допустим, атомный туризм, да, там, посещение мест ядерных катастроф или ядерных там испытаний. Ну, дарк-туризм уже никого не удивляет, это знаете, что это такое, да? Ну, это посещение там некрополей, всяких там других там тюрьмы, катакомбы, всякие такие демонические места, анатомические театры, там Сан-Сувера там значит, Неаполе, или там Дран, в этот замок Дракула и прочее. Но экзотерический туризм тоже сейчас уже никого особо не удивляет, эти места силы. Вполне себе развитая тема. А вот репродуктивный туризм, например, приобретает новые формы. То есть, если раньше репродуктивный туризм был связан в основном у нас с тем, что и в том числе в России было популярным направлением репродуктивного туризма, когда люди, потому что у нас хорошо развита репродуктивная медицина, и там для восточных, ну, я не говорю про страны СНГ, ехали за соответствующей медицинской помощью. Но, например, вы знаете, что у нас там Мурманск стал там столицей как бы вот этого туризма, там северного сияния, под которым, значит, наши соседи из некоторых стран решили, что, значит, если зачать потомство под северным сиянием, то это будет обязательно мальчик, он будет, или он будет там, ребенок будет обладать сверхспособностями. Вот попробуйте там, посмотрите, какой сейчас спрос на Мурманск, можете позвонить коллегам, своим агентам там, или так далее. Ну, сильно удивитесь. А еще какие новые виды? Ну, например, там, слушайте, есть там вообще такие мрачные истории, которые я не буду рассказывать, чтобы нам что-то не это самое с вами там не вменили. Ну, есть, например, из таких более легких, ну, например, гетто-туризм, да? То есть это появился, эта вся история, когда один из нью-йоркских операторов начал возить автобусами в Южный Бронкс и, значит, показывать вот эту вот незабываемую атмосферу известного нью-йоркского гетто. Правда, Южный Бронкс сейчас уже не такой, как был там лет 20 назад, но тем не менее. Ну, и потом это распространилось, говорят, что возят уже и там фавелы Рио, и Сан-Пауло. И это есть такой микротренд на рынке, да, то есть в милитари туризм там появляется и желающие побывать вообще. Конечно, конечно, да. Конечно, да, это очень специфично. Но, слушайте, я не удивлюсь, если
на рынке, где, допустим, там в теневом каком-то его зоне существует там предложение по тем, чтобы съездить и к Талибам, ну, к Талибам-то это вообще бесплатно, ну, и там к малийским пиратам, но точно совершенно продавались в свое время, были такие прецеденты, когда во времена Пол Пота, значит, отдельных туристов за деньги возили, там, группы там тихо-тихо в Камбоджу и так далее. Но это все-таки, и плюс есть, конечно, виды туризма, которые ну, существуют как вид туризма, но мы сказали, что нелегальная деятельность не является предметом туризма. И какие вы знаете виды туризма, которые являются, ну, скажем так, не очень легальными или незаконными? Северный Кипр. Какой? Северный Кипр. Нет, Северный Кипр, это понятно, я имею в виду виды туризма. Охота. Ну, секс-туризм, например. Секс-туризм, как бы, понятно, достаточно широкое, известно. Другой вопрос, что, да, есть даже директива Всемирной туристской организации, относительно осуждающая секс-туризм, по крайней мере, в его там таких незаконных проявлениях. Ну, это можно продолжать тему, но это все-таки, вы правы, это история, как бы она, которая исключительная. Шпион – это не турист, это шпион. Это не шпион, церемония со использованием растений, скажем так, силы. Ну, каннабис, фестиваль чаша каннабиса в этом самом, в Амстердаме. Каннабис – это попроще, да, есть попроще. Ну, есть, конечно, есть воду там и все, что хотите, да. Все понятно, да. С этим понятно. Вот. Поговорим теперь о будущем. Мы уже о нем начали говорить. Депортация. Да. Это хорошо, это нет. Я будет просто офигительный туризм. Я думаю, что в прямом смысле это пока нам не грозит, но есть вещи, которые альтернативные, которые работают на развитие этой темы. Ну, смотрите, про... Его никогда не будет, может быть, даже много, сколько угодно, но я думаю, ближайший туризм, который нас ждет, это метавселенная. Ну да, это вот и тоже вы правы, опять же. Значит, я хочу сказать так, что, ну, частично мы в эту тему коснулись, когда говорили о подводном туризме, но я думаю, что это такая более или менее среднесрочная, что ли, перспектива. Вот. VR-туризм тоже. Что? VR-туризм. Ну... Метавселенная. Да, метавселенная, но... Да. Ну, совершенно верно. Вы правы в том смысле, что, ну, если мы вот возьмем действительно, если вы это имеете в виду виртуальный туризм, да? Да, безусловно. Ну, безусловно. Сейчас он используется больше как инструмент дополнительной реальности, да, очки там в дополнительной реальности, там, ну, мы уже можем подвести там группу к на подошве вулкана или поднять ее там на середину, ну, показать ему с помощью дрона там сверху вид, так сказать, магмы там в жерле и так далее. На самом деле очень интересная тема, потому что мы должны понять, что это не будущее. Это не будущее в каком смысле? В том смысле, что в Советском Союзе люди мало ездили за рубеж, но видели они мир глазами Сенкевича или позже там Дмитрия Крылова, допустим, да, и это никого не удивляло, и нас не удивляет, а это же большое, это было как, ну, тоже, в общем, VR-туризм, вот, а в данном случае, конечно, если мы не знаем, как будут развиваться эти технологии, но когда они начнут воспроизводить достаточно объективно среду, то есть вы сможете с помощью этих технологий оказаться в джунглях или там за полярным кругом, или там в той же самой Марианской впадине, то тогда это... Но это, конечно, такая история очень как бы футурологическая. Но сказать, что вот это все так... Мы видим, что она пробивает себе путь на рынке. Самый главный мейнстрим в этом отношении заключается... Есть базовая глобальная тенденция, которая меняет как бы всю историю с туризмом. Она заключается в том, что туризм все больше становится образом жизни. Вот эта история очень серьезная. То есть пока мы с ней сталкиваемся на примере, допустим, того же... Тем более, что есть, ну, здесь мы могли бы с вами углубиться
там в такие философские аспекты о том, что там сама жизнь является во многом путешествием. Говорить на эту тему, эта тема не пустая. Но, тем не менее, что мы сегодня имеем? Мы имеем вот на примере дауншифтинга, который стремительно развивается в мире. Да? То есть люди в силу своего материального положения или в силу своих профессиональных качеств могут себе позволить жить там, где они хотят, будь то Крым, там, не знаю, Камчатка и так далее. Есть, вы знаете, сентенция, что человек живет один раз, если вы не верите в реинкарнацию. Но если вы путешествуете, то вы живете столько раз, сколько путешествуете. Потому что путешествие является не что иное, как ничем иным, как маленькой жизнью, которая короче, она проходит в другом месте, но она совершенно настоящая. То есть там вас тоже нужно там, кормить, поить, защищать, развлекать, лечить и так далее и тому подобное. И главное, вы покупаете эту жизнь для того, чтобы она, потому что она отличается от вашей обычной. А теперь представьте себе, что вы покупаете эту жизнь не на неделю, или на сити-брейке не на неделю, не на две недели, а вы покупаете ее на несколько месяцев. Или на несколько лет, например. И переезжаете из одной страны или другого, из одного региона в другой, живете, учите язык за это время, осваиваете новую кухню, и это уже действительно получается такая история про проживание еще одной жизни. Такой же. Да, в целом это все могут быть те же там 75 или 80 или там 100 лет, да? Может быть, она... Но с точки зрения насыщенности, впечатлений и так далее, это, конечно, в принципе, продление жизни. Я не призываю вас к этому. И это касается не только людей богатых. У нас сейчас, например, есть предложение. Пожалуйста, можно приобрести апартаменты на океанском лайнере, и можно их сдавать через менеджмент, то есть использовать как капитализированное для капитализации. А можете, пожалуйста, вы, пенсионеры, переехать на этот лайнер. Они заходят, они мало сюда, у них такие размеры, что пойди там порт найди, и пожалуйста, путешествуйте круглогодично. На нем все условия там есть, живи не хочу. Но, скажем, безработный из Парижа на свое пособие, да, плюс там, если он сдал свою, пусть небогатую квартиру в аренду, он вполне себе может позволить, допустим, жить там, в том же Гуа или там, на пляже в Сенегале и в французской Полинезии. И, в общем, да почему так? Вы живете в Москве, да, вы фрилансер, или вы можете зарабатывать деньги на удаленку, вы вполне можете объездить весь бывший Советский Союз или всю Россию, пожить и там, и в Заполярье, и на югах, и так далее. Вот эта история, она, конечно, такая, это какая-то важная часть глобализации, и этот процесс будет, несомненно, развиваться. Ну и еще одно, да, и двигателем этого процесса, как вы считаете, вот какой фактор вообще является ключевым при формировании туристских потребностей? А чего в первую очередь идет процесс формирования потребностей человека в туризме, в путешествиях с целью туризма? Совершенно верно. Обычно говорят, что деньги. Деньги очень важны. Но деньги являются таким фактором на стадии трансформации потребностей в платежеспособный спрос. Когда речь идет о потребностях, то мы вот в свое время с одним из коллег из МГИМО изучали, анализировали данные, которые проводил Евромонитор в нулевые, там, в прошлом десятилетии, по-моему, года до 17-го или 18-го, опросы с выборкой более 50 тысяч респондентов. Каждый год они проводили о туризме в 20 с лишним европейских странах. И вот при анализе становится совершенно очевидным, что в первую очередь потребность в путешествиях растет по мере роста уровня образования. То есть там прямо вот видно это. И более того, у людей, если мы вспомним пирамиду Маслоу, понятно, что к пирамиде Маслоу у нас туризм обычно относят к ее вершине, когда, то есть, где потребности в самореализации. Вот. Но правильно было бы, вот просто эта схема, она не дорисована, эта история.
То есть правильно было бы нарисовать с другой стороны человека спускающегося. Потому что для человека вот такого, значит, высокообразованного постепенно эта потребность уходит вплоть до чуть ли не физиологических. И, наконец, последний горизонт из тех, которые мы сегодня будем обсуждать, ну, это можно было бы долго этим заниматься, это сегодня уже, по-моему, кто-то прозвучал, телепортации там и так далее. Да? Вот. Это так, да, это так. Мы уже говорили об виртуальной реальности. Второе – это время. То есть это путешествие во времени. Да, они пока невозможны. Но мы с вами смотрим исторические фильмы, мы читаем книги исторические, мы погружаемся. У нас есть способы погружения в эпоху. Сейчас мы видим очень там, динамично в мире развиваются технологии реконструкции исторической. Ну, да, но это как бы совсем изысканно. Вот. Но я говорю о вещах более простых, но по-своему сложных. Причем это технологии, которые уже многое действительно позволяют. И появляются соответствующие турпродукты, с ними проводятся эксперименты. Но мы, во-первых, нужно понимать, что у нас есть возможность просто побывать реально в родовой соседской общине, то есть в той системе координат человеческих отношений, которая существовала там в эпоху, если не и бронзы, и там, да, может быть, и где-то, и что там, позднего неолита тоже. Вот. Потому что, и это касается не только там каких-нибудь дебри Амазонки, понимаете, что там, или там поездки каким-нибудь охотникам за головами. Но если вы, поживите недельку там, допустим, у Нагасанов на Таймыре, когда за пологом юрты минус 50 плюс ветер, да, и так обычный там европеец, сколько он там проживет на этом, за этим пологом юрты, да? Вот. А тут там, пожалуйста, это то, что, собственно, назвали джайло-туризм. Такая, конечно, история такая специфическая с этим видом туризма, но в нем, конечно, есть большой смысл там кочевать там с бедуинами или там вот с... Вообще они называются, чаще их называют баджи, это морские цыгане, которые... старшее поколение, они вообще к берегу не пристают. Их, по-моему, только хоронят на берегу. Вот. На Филиппинах, там, ну, в Восточной Азии. Или, например, у нас предлагаются уже такие, ну, по крайней мере... У нас-то ведутся эксперименты с такими турами. Это вот коллеги «Затерянный мир» сделали этнопарк, этноархеологический на Дону, в Ростовской области. Но там этим занимаются профессиональные историки. И вот они как бы пока больше в экспериментальном порядке. Но... Вы думаете, это бутафория? Ну, конечно, ничего подобного. Вот... Вы хотите, чтобы они там друг друга ели? Я вам приведу, если вы мне можно продолжать, то я вам приведу один пример. Вот есть, например, была, сейчас не знаю, существует или нет, компания такая, агентство исторических проектов, по-моему, «Ротоборцы». Мы с ними одно время сотрудничали. У них, они, например, проводили такие эксперименты, которые вы погуглите, посмотрите, называется «Проект один в прошлом». Там в этом проекте один из таких вот реконструкторов, его отправили на полгода в очень глухом лесу. Полгода он там прожил в специально построенном такой избе, аккуратно по технологиям 9 века, и пользовался он там только, все у него было только в виде абсолютно, так сказать, аутентичных реплик и предметов, и технологий только 9 века. Пересимовал там, мало ему не показалось, но это не бутафория. Это гораздо серьезнее.
Вот. Но и степень воспроизведения этого прошлого, она, как и в случае с виртуальной реальностью, может быть разной. Я в качестве примера вам приведу те проекты, которым мне самому пришлось заниматься в свое время. Не потому, что я там какой-то большой приверженец реконструкции, нет. Там это просто сейчас времени нет, это отдельная тема. Как вы думаете, как можно сделать... Хорошо, назовите мне известные крупные события в мире, которые являются такими событиями туристскими, очень массовыми. Битва французская, Бородинское сражение. Нет, но это у нас Бородинское сражение. Я имею в виду большие в мировом масштабе, которые собирают миллион человек, там, несколько миллионов. Ну, не миллион. Чемпионат мира по футболу, безусловно, Олимпийские игры. Но они регулярно происходят в разных странах мира. А вот тот, который проходит, например, в одном месте, но оно собирает очень много народу. А, Венецианский фестиваль, кто-то сказал, да? Кто-то говорил? Еще раз, подождите. Бразильский карнавал, окей. Какой? Ну, Бёрнинг Мэн, совершенно верно. Очень хороший пример. Значит, Октоберфест, да? Ну, что такое Октоберфест? Это национальный... Это национальный, значит, немецкий праздник, которому сотни лет. Значит, Венецианскому фестивалю больше 2000 лет. Там Бёрнинг Мэн – прекрасный пример. Почему? То есть все вот эти вот массовые события, которые по-настоящему, они существуют, они создаются на протяжении веков. И тогда они хорошо работают. Создать событийное мероприятие, чтобы оно сразу собрало в течение там, года или нескольких, очень сложно. Это либо безумные деньги, либо есть вариант. Какой? Вы берете существующее... Окей, можно согласиться с этим мнением. В каком плане? В том плане, что вы берете какой-то социум, который набирает обороты с точки зрения массовости, который сам по себе развивается успешно, не требует никакого вашего ни малейшего вмешательства, и вы даете ему просто площадку. Просто дали площадку и говорите: ребята, вот здесь можете замутить. Мы вам, если что, там... Этого я не говорил. Вот. Тем более, что я не буду приводить пример. Хорошо. Тем более, что если я вам спрошу пример. Вот Бёрнинг Мэн – это отличный пример для этого. Да, потому что... Вот, да, но оно не такое массовое мероприятие, да, но оно собрало. Еще один пример. Можете посмотреть фильм «Вудсток». 68-й год. Первый фестиваль «Вудстока» собирает гигантское количество... А никто не ожидал. Ни организаторы, ни местные жители. Вообще никто. Вот. Но просто попали в точку в тот момент, десятку. Есть еще один самый яркий пример. Не буду его называть. Ну да, вот я не буду вам его называть, этот самый яркий пример, чтобы к нам с вами не прикопались. Но он есть. Вот. И хочу сказать... И вот мы использовали, когда нам надо было раскручивать такое мероприятие, именно этот подход. Мы просто посмотрели, какие есть эти социумы, и решили дать площадку реконструкторам. Мы видели, что их полно там во всем мире, что они там везде что-то там, то Бородино, то еще что-то там воспроизводят, ну, какие-то еще вещи, хороший фестиваль Бородино. А мы им просто предложили, сказали, что, ребят, давайте вы сделаете... Так, чтобы вообще было вау, да? И второе, это то, что мы каждый год будем менять эпохи. И мы сделали вот такой, значит, фестиваль, который первый год уже после... За 3 месяца мы его первый раз делали в 2011 году. Его без малейшей, практически без рекламы, посетили в первый год 70 тысяч за 3 дня. А когда он там заканчивался, ну, потому что пандемия началась... Когда он там заканчивался в 16-18 годах, его уже посещали за тоже практически почти без рекламы, только за счет интернет-обсуждения, порядка
там, 350 тысяч посетителей в год. Можно вот включить ролик? Из глубины веков до нас доходят лишь легенды о великих воинах и правителях. Их слова, дела и мысли остаются в памяти. Но безмолвствует народ, забывается жизнь. История теряет свое дыхание. Реконструкция открывает перед нами двери в мир забытой повседневности. Прошлое снова играет разными красками, и пусть ненадолго оживают времена и эпохи. Сегодня здесь живет раннее средневековье. Каждый предмет – терпеливо воссозданная руками реконструкторов частичка прошлого. Улица наполняется забытыми сегодня образами, запахами, звуками. На реке неожиданно появляются варяжские корабли. Что нужно северным воинам – поживиться добычей или наняться на службу? На поле перед городом выходит дружина, готовая встретить незваных гостей. Еще совсем недавно фестиваль такого масштаба нельзя было даже вообразить. 20 лет назад вся реконструкция эпохи викингов насчитывала чуть больше 100 человек. Сегодня на фестивале времена и эпохи более 2000 участников из 16 стран мира. Неважно, из какой ты страны, не играют роли политические взгляды и религия. Здесь нас объединяет интерес к истории, к викингам. Ну а раз мы все увлечены эпохой викингов, все остальное уже не важно. И я думаю, что это прекрасный повод для людей из разных стран дружить друг с другом. Стало намного больше людей, которые действительно занимаются реконструкцией, не как просто способом времяпрепровождения, а реконструкция как неким процессом, процессом познания нашего прошлого. Видно, что ребята работают с источниками, с археологическими источниками, письменными источниками, да? Они пытаются воссоздать прошлое. Конечно, даже самая точная реконструкция быта не сможет возродить эпоху. Как ни старайся, нам не дано научиться думать, как те люди. Верить в то, во что они верили, бояться того, чего они боялись, и ждать, как они... Встречи в Вальгалле после битвы тысячи мечей. Нашему клубу 25 лет. Я в клубе 20 лет. 15 лет я активно выезжаю и участвую в битвах, сражениях по всему миру. 450, 500, 600 человек – это мой потолок, где мы обнажали оружие и могли как бы как-то влиять на ход битвы. Если завтра будет 800 или 500, 500 с каждой стороны, такой случай нельзя упускать. Страшно? Да. Дальше будет хуже. Полностью дорогу зачистили. Уходим, уходим. Освободите дорогу, пожалуйста. Пехота закатает сейчас. Стоя в передних рядах армии, видишь вокруг только шлемы, клинки, штандарты. Остро ощущаешь момент, когда вражеская армия лавиной устремляется прямо на тебя. Трудно передать. Если честно, с такой погодой даже лучше. Тяжелые грозовые тучи. Это выглядит очень эпично. Thank you.
те века собрать под знаменами столько опытных воинов могли только самые могущественные правители. Это поистине великая битва. Здесь бьются не за добычу. Победителям достанется слава, и скальды сохранят их имена. Что может быть дороже? Погода только добавляет происходящему натурализма. Именно под проливным дождем становится видно, к какому комфорту приучила нас цивилизация за последние 1000 лет. Нынешние погодные условия – это прекрасный краш-тест для того, что мы показываем. Это лишнее подтверждение того, что мы не занимаемся бутафорией и то, что относимся к этому со всей ответственностью. Видно, что, несмотря на сильный дождь, викинги не прячутся. Они продолжают свои занятия, сражаются и работают с туристами. Дождь их не останавливает, потому что люди чувствуют, что они викинги. Быть викингом – это чувство в твоем сердце. Либо оно есть, либо нет. Реконструкция – это целый мир, а фестиваль – только верхушка айсберга. Место встречи старых друзей – повод поделиться опытом. Все, кто сегодня наносил друг другу удары на поле битвы, входят в огромное братство, где для своих всегда открыты двери. Людей здесь объединяет интерес к истории, но часто из него рождается нечто большее. Для того, чтобы такой продукт сработал, для того, чтобы создавать работу в направлении настоящего путешествия в историю, пусть пока такого, но технология позволяет достичь очень большой глубины вот этого исторического погружения уже. Конечно, это был только один из фестивалей. Там были фестивали там, про времена смуты, там Пожарские с Минином воевали с Хаткевичем. Была там Ранняя Русь, которая всех тоже очень удивила, что не всегда она похожа была на то, что мы привыкли видеть. Но, тем не менее, для того, чтобы значит, работать в направлении развития этого продукта, учитывая, что запрос современной клиентуры на natural, на запрос на то, чтобы на аутентичный опыт, на интерактив личного участия, на то, что их не возьмешь клюкой, то есть они не хотят иметь дело там, с какими-то этими самыми, с бутафорией, действительно. Им нужно настоящее. Для этого предложение руки и сердца должно быть настоящее. И это, я не знаю, когда еще было предложение вживую руки и сердца на глазах у нескольких десятков тысяч человек.
И второе, теперь скажите мне, почему там нет молодежи почти среди реконструкторов? А их телефонов говорили. Нет, у них просто нет такого опыта для того, чтобы создать... Они бы поубивали друг друга. Все, кто здесь вот сражается, это вот тех, кого здесь... Ведь их же отбирали по всему миру, отбирали сами эти клубы. Мы этим... Мы организовывали это, мы координировали этот процесс. Но отбирали сами клубы в самых разных странах. И вот у вас есть клуб, в нем есть 100 человек. Вот они из него отбирают там, допустим, 5 и отправляют на это. Но это самые опытные бойцы, это, как правило, ветераны. И поэтому там строжайшие правила безопасности. И, ну, конечно, бывают какие-то травмы, но, слава богу, за столько лет не было ни одного там такой по-настоящему тяжелого случая. А в отличие от второго проекта, который вот вы упомянули, это турнир Святого Георгия. Я не буду вам про него рассказывать, но это сейчас у нас уже давно время закончилось. Просто можете погуглить у себя, фильм называется «Рыцари 21 века». И это не просто, и опять же, это вот в чем прикол? Ну ладно, там, да, то, что воспроизводится настоящий, по всем правилам, вот вы говорите, настоящий или нет, поединок настоящий. Там настоящий, безусловно. Абсолютно настоящий, потому что там, не, более того, не просто настоящий, они проходили здесь, в Москве, там же в Коломенском, по самым жестким правилам 15 века. То есть жестче турниров не было, только бои насмерть. Вот. И поэтому, и просто потому, что Москва это разрешила делать, ну или не Москва, но мы разрешили это делать, да, проводить такие турниры, ради этого со всего мира, а их всего там полсотни людей, которые могут заниматься джойстингом на цельнодревесных копьях, ну, то есть на копьях не тех, которые в Голливуде там разлетают сразу, а настоящих боевых. Вот, то ради этого они к нам приехали прямо вот первый же год. Ну, не все 50, но часть лучше. Ну и в заключение здесь, я не знаю, уже переключили. Хотелось бы, вот этот турнир Святого Георгия, вот такое как копье, чтобы разбить, это на встречном курсе по 700 килограмм с каждой стороны на скорости этих коней вырастить. Целое. Спасибо за внимание. Что здесь? Спасибо. А кто здесь был-то? Поднимите руку. Кто был в этом зале? Сейчас там тоже. Кто из присутствующих был в этом зале? Это тронный зал Большого Кремлевского дворца, который вы проезжаете чуть ли не каждый день мимо которого. И мы в свое время наладили, договорились, спасибо, дай Бог здоровья, комендатуре Кремля. То есть, по крайней мере, я не знаю, как сейчас, но до пандемии уже начали раскручивать, московские фирмы, и не только московские, начали всерьез заниматься лакшери-туризмом, потому что есть туроператоры, которые... Ну да, то есть я к тому, что есть, как ни странно, для меня и самого это было открытие, но есть довольно известные туроператоры международные, которые занимаются до сих пор групповым лакшери-туризмом, то есть это туры там с приличным средним чеком, несмотря на то, что люди богатые, конечно, предпочитают в большинстве своем путешествовать самостоятельно, или не самостоятельно, а индивидуально, но есть и такие, которые заинтересованы в общении, и вот в том числе эти группы вот мы водили в БКД, просто это объект пока ограниченного доступа, но в общем те фирмы, которые специализировались в этой области, они такую возможность получали. Если нет вопросов, я хочу вас поблагодарить за активное участие, извиниться, что так это, если что не так. Да, вам спасибо. Слушай, я точно не артист.